Надо идти. Как холодно. Где же Аслан? Что с ним сделали? Знай, колдунья, истинный смысл жертвоприношения. Она бы иначе толковала тайную магию. Когда на жертвенный стол вместо предателя по своей воле взойдет тот, кто невиновен, каменный стол расколется, и даже сама смерть отступит перед ним. Мы послали весть, что ты умер. Питер, наверное, уже сражается. Мы должны им помочь. Успокойся, милая. Мы поможем. Забирайтесь на меня. Наш путь далек, а времени у нас мало. И, наверное, вам стоит заткнуть уши. Нам предстоит дальний путь. Поедете на моей спине. Это жилище колдуньи. Держитесь крепче! Все хорошо? Да! Да! Странное место. Похоже на музей. Что делает Аслан? Не знаю. Смотри! Великан не опасен! Конечно, нет. Главное, не попадаться ему под ноги. Я имела в виду несколько другое.
Надо же! Я спал. А где та гадкая маленькая колдунья, которая тут бегала? Она сделала вас каменным с помощью своего жезла. Что? Не слышу. Она превратила тебя в каменную статую, а я тебя оживил. Да. Чтоб я провалился. Это он. Аслан! 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 Я его нашла! Это мой друг, господин Тамнус, Фавн! Люси! Дочь Евы! Ты вернулась! Колдуньи нет! Тебя спас Аслан. Аслан. Друзья! Друзья мои! Наши труды на сегодня не закончены. Если мы хотим победить колдунью, надо сейчас же идти к месту битвы. Верно! Верно! Но как мы отсюда выйдем? Ворота заперты. Эй! Великан, как тебя зовут? Мое имя Рамбл Баффин, ваша честь. Великан Рамбл Баффин, помоги нам. Помоги отсюда выбраться. Конечно, ваша честь, с удовольствием.